Как в Омской области проходит подготовка к детской оздоровительной кампании, об этом рассказали на пресс-конференции представители нескольких уполномоченных органов исполнительной власти. Основная наша задача – это обеспечить безопасность для здоровья и жизни наших отдыхающих детей. С этой целью все работники летних оздоровительных организаций будут обследованы, в том числе на вирусные кишечные инфекции, которые доставляют нам особые беспокойства летом. Для контроля подготовки оздоровительных учреждений Роспотребнадзором проводится мониторинг хода выполнения работ по планам задания. Удельный вес выполненных мероприятий и планов задания на сегодняшний день составляет 42,7% от общего числа мероприятий. Это соответствует уровню прошлого года на данный период. Было отмечено, что путевки в оздоровительные лагеря для детей, ветеранов боевых действий, а также детей-сирот будут полностью оплачиваться за счет областного бюджета. В этом году на оздоровительные кампании выделено около 400 миллионов рублей. Средства, которые сейчас выделяются на подготовку лагерей загородных, все это ведется последовательно и в расчете на то, что база будет подготовлена и лагеря смогут начать оздоровление. Загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, то есть весь комплекс оздоровительный начнет работу вовремя. Уже проведен инструктивный семинар с заместителями глав муниципальных образований, а также проведен конкурс программ областных профильных смен. Из 37 представленных программ для финансирования за счет средств областного бюджета отобраны 26. В настоящий момент ведется формирование реестра учреждений оздоровления и отдыха, которые будут действовать в этом году на территории области. Полный список будет опубликован на сайте правительства Омской области. Как только мы получим соответствующие документы с Министерства молодежной политики и спорта по тому, какие оздоровительные центры или лагеря вошли в реестр, соответственно, сразу же начнется работа по подготовке и сотрудников, в том числе и другие вопросы, касающиеся летней занятости, для того, чтобы наши дети были обеспечены общественным порядком и безопасностью. Уже начала свою работу горячая линия, позвонив по которой можно получить консультацию по вопросам приобретения путевок.